американцы, частный бизнес, не за деньги налогоплательщиков. Бизнес отстроит энергетику, а им очень не хватает электричества в Северной Корее. Отстроит инфраструктуру, поможет сельскому хозяйству, чтобы люди могли наконец-то есть мясо и жить здоровой жизнью. Способен к сложным переговорам, когда это необходимо, следит за иностранной прессой и, возможно, даже эту программу посмотрит. Ему не все равно, что говорят в мире.